Привет, ребята. Мы приехали в Мегу пошариться. Кое-что купить надо на стройматериалов, Леруа. Ну и так по магазинам поездим. Так что у нас сегодня шопинг-день. Анютку у родителей оставили. Народу в Леруа просто пипец вообще. Выходной день вообще. Не протолкнуться. Выбираем красочку для того, чтобы сделать, покрасить кроватку. Нет, не надо белого цвета. Столько всего не выберешь прям. Ну-ка, Илюха, мама тут коробочки вам под игрушки купила. И вешалки взяла детские. Сейчас пиццайки купим, сейчас. Отправили Илюху играть на площадку, я теперь его даже не вижу. Его тут не найдешь. Народу дофигища просто, ужас. Пошла немножко пошоплюсь, пока мужики на площадке играют. В общем, в Акике решила немножко помириться. Вот такая синтетическая колючая штука, ну прикольно выглядит. И если что, можно какое-нибудь собеседование одеть. Только надо пузико втягивать. Вообще как-то грудь странно смотрится, когда вот такое высокое горло. Нужно сюда обязательно что-то вешать. Кстати, у меня есть же цепочка с Али. Но то она немножко колючая такая. Это М-ка. Я не понимаю, современная, видимо. Огромная такая штука. Вот такая с воротничком. Тепленькая кофточка. Не люблю такой фасон. Зато есть воротник. Будет тепло в куртке. Вот такой вариант. Я, честно, не понимаю, зачем делают пуговички, которые можно расстегнуть. Явно, что эта кофта не предусматривает того, что ее носить в расстегнутом виде, зато это все фалдит. Не очень продуманный вариант. И смотрится на меня какая-то странная. Горите в аду, кто мне пишет в WhatsApp, тогда, когда я снимаю видео, правда. Лосины с футболкой. Мне что-то вообще не нравится посадка в Акике. Все какое-то вот мешковатое. Ну, по фигуре футболки такие отстойные какие-то прям. Она вот прям висит. Она длинная, во-первых, чересчур. А лосины, ну, что-то как-то не очень. Как курочка блин. Мне очень нравится, как они смотрятся. Здесь орбит пошаримся. Зашла в Бифри. Здесь посмотрим что-нибудь.
В общем, купила я себе лиловый кардиган. В итоге все-таки выбрала вообще ни в одном магазине, что не могу выбрать. Прям все не сидит на мне, не смотрится. Это не рассчитано все на женский. Ну, либо на подростковый, либо я не знаю. В общем, семья разделилась. Муж на Бургер Кинг налегает, жена на полезные. Это мужу, кстати, я взяла. Вкусняшки любимые. А Илюхе мороженое, и сейчас что-нибудь еще съест он обязательно. Это я в Добрянке взяла, которая вон там. Блин, не фокусируется, Добрянка. Я уже напялила новый кардиган, что-то холодно. А я хожу в одной футболке. Смотрите, как классно с бирюзовым цветом сочетается. Обожаю такой вот, знаете, приглушенный лиловый цвет. Не яркий оттенок, он со многими сочетаться будет. Ну вот и все наше путешествие, все наши покупочки. Поехали мы домой. А последнее время, что я совсем разучилась ходить на шопинг. Совершенно разучилась покупать себе что-то. Мне что-то все не нравится, какие-то у меня повышенные требования к одежде. В принципе, это же одежда, одел и пошел. Но нет. Так что мы на этом с вами прощаемся. Наш такой мега-влог на этом завершен. Пока-пока. Илюха, скажи пока. Пока.